Так, добрый всем времени суток, уважаемые друзья, подписчики канала Гаджет Парк. Привет огромный из республики Саха. Меня зовут Эдуард, фамилия Верделин. Я хозяин компании, простонародье, как говорится, Бырдыка. Да, тот самый Бырдыка, который немало у Сергея на канале меня. Да, тот самый спорит, который с идеей на клинке. Да, и точно должен сказать, заметить, точно тот человек, который делал настоящие якутские ножи. А не то, что, а не как. Ну что, все сидят, да, действительно на каникулы. У кого каникулы, у кого будни, без выходных, разве что с оправкой пока немножко задержка была, вот, надо сказать. А так, я занимаюсь кузнечным делом с 13 года, вот в этом году построил, наконец-то, долгожданную свою кузню, сделал большое здание, оборудованием напичкал. Вот. И сейчас могу с гордостью сказать, что у меня есть собственный канал, где-то немного не меньше 7000, по-моему, подписчиков. И мои подписчики активные, пожелания, так далее, критики принимаю. Вот. И работаю не один, я должен не скрывать это. Ко мне учатся пару ребят. Я в данный момент обладаю первым местами на клинке. И это не только на клинке, но и в разных международных выставках тоже немножко не меньше не уступаю. Скромничаю, да. Ну что ж, Серега позвонил мне вчера, позавчера, по-моему, попросил, хотели встретиться на клинке, так не получилось. Ну ничего, осенью буду. Вот, осенью обязательно встретимся на клинке. И не только на клинке. Ну, хочу немножко объяснить, ребята, что такое настоящий якутский нож и что такое как бы якутский нож. Ответ прост. Надо рождаться якутом, чтобы сделать настоящие якутские ножи. Вот и все. И якутский нож рождается именно на своей земле. В мире миллионы разновидностей ножей. Но один из них не обладает духом. Вот и все. Острые, хорошие стали, блестящие, да, действительно очень хорошие. Но у них есть один минус. Нету души. Просто острый металл. Извините, ребята, немножко своих клиентов, коллег попрошу прощения, но это так. Вот и основное отличие. И второй вопрос прозвучит, наверное, чем ваши изделия отличаются от ваших коллег-земляков? Отличие у нас, наша компания, от других моих коллег, премиальной стали делаю ножи из премиальных сталей. То есть это в пятерку лучше входят эти стали. Этим я занимаюсь уже премиальными сталями третий год, если не ошибаюсь. Начинал я с Эльмакса. Ну, клиенты в основном ко мне обращаются, ну вот думаю, обращаются за настоящим. Повторюсь, очень много слова настоящего. И это настоящее я действительно делаю. И пытаюсь соответствовать, держать, как говорится, марку. Ну, сегодня представлю вашему вниманию, ребята, какие виды, разновидности и так далее. Ну вот, традиционный якутский нож. Бычий хвост, конский волос. Кап березы. Сталь у нас уже
РВЛ. 34-ка. Очень хорошая сталь. Рога, ставочка рога чубуком. Гибкий. Режущую кромку держит. В наших при минусовых условиях очень хорошо работает. То же самое я хочу сказать про Эльмакс. Эльмакс морозы. Разделывали. Реально разделывали. Так, при минус 47 забой жеребятины. И там на режущей кромке сало. То, что внутренности обледенения, ничего нет. Тут долы есть, а режущая кромка чистая. Не липнет. Вот это очень хорошее отличие. Да, прыгай, не прыгай, работай, не работай. Держит режущую кромку отлично. Вот, темным, ребята. То же самое, бычий хоз, конский волос, кап березы. Все натуральное, ребята. Все натуральное, кроме заморской стали. Вот. Кованый дол, клеймо мастера, рога чубуко. Отличный нож. Ну, тут маленькие изъянчики у каждого мастера. Кто-то точит с другой стороны, кто-то с обеих и так далее. Немножко хочу остановиться на этом. Да, действительно очень важный этап. Заточка. Ну, у каждого мастера свой градус, своя, как говорится, почерк. Именно той части от заточки. Зависит даже и от стали. Некоторая сталь держится до какого-то энного уровня на каком-то градусе. Вот. Не все одинаковые там пошли. Например, 100 градусов. Все должно быть по 100 градусам. Это не так. Но это приходит только с опытом. Если много у тебя разных сталей работаешь, тогда вот появляются такие опыты, багаж, как говорится. Вот, ну, вот стандартная кожа. Кожа. Ну вот, уже простенько, без ставочки. Сталь уже другая, неолокс. Совсем другая. И очень интересная модель. Шейник. Вот. Поскольку я замечаю, пока не могу так громко говорить, но все-таки хочу немножко остановиться, что шейники делаю компания Бульдыга пока. Наверняка все начнут делать, и весь мир. Ну, это очень хорошо. Шейник очень хороший, очень полезный, всегда в тепле. Вот здесь дождь, шлякать его невозможно, всегда в тепле, если надо. Вот, достали, поработали. Все, не надо там где-нибудь там за толстой тканью поковыряться. Ну и по большим вопросам, большой ножик. Батыя бадае. Прошу прощения. Бадае. Длина клинка тут немножко коротковата, но мощная. Вот так вот. Ну что еще могу сказать про свою компанию? Ну, подписывайтесь, смотрите на канале. Много всего там у меня. Да, отправку по всему миру, первым классом почтой обычно. И где только мои ножи не работают, все приятные отзывы получаю. И в том числе и отрицательные. Тому и очень рад. Почему? Потому что когда все хорошо, то уже как-то без перчика, без соли тоже как-то неудобно. И, ну, и всем не угодишь, это есть, это так. Мы пытаемся ладить. Находим нормальное русло человека, клиента.
Ну, есть программы, которые наверняка должны знать подписчики на все мои изделия. Пожизненная гарантия. Да, не ослышались. Пожизненная. То есть, отупился ножик или что-то с рукоятью, собака там загрызла и так. И так далее. Отправляете. Бесплатно делаем. Точим. Новый вид. То есть, вы приобретаете ножик. Ножик один раз, и этот ножик у вас всегда новый. Почему? Потому что есть пожизненная гарантия. Вот. И еще есть система оплаты по частям. Всем рекомендую. Любая сумма на любой срок. То есть вы можете копить, копить, отправлять, отправлять, и при этом сохраняя чеки. По этим чекам рассчитываемся 100%. Сумма достигла желанию клиентов. Делаем ножик по желанию. Любой в рамках формы, скажем так, якутских ножей. Делаем длину, ширину, толщину, рассуждаем, но все-таки есть такие рамки, которые нельзя нарушать. Традиции, которые позволяют или не позволяют, рекомендуется, не рекомендуется. Такие маленькие нюансы решаем. Вот и все. Так и работаем. Так, ну, если есть желание, ребята, подписывайтесь и на этот канал, и на мой канал. Смотрите, подключайтесь, звоните, пишите. Особенно пишите по WhatsApp. Номер видим вот тут. Вот. Добро пожаловать. Заказывайте, ребят.